все святые обители, уважаемый Александр Петрович, дорогие братья и сестры, участники заседания Патриаршего попечительского совета, сердечно всех вас приветствую. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми своими мыслями, касающимися жизни в Иламской обители и его скитов. Но вначале хотел бы сердечно поблагодарить членов попечительского совета за труды по восстановлению былого величия, великолепия Спасо-Преображенской и Валаамской обители. За последние 10 лет была проведена действительно очень большая работа. Восстановлен Спасо-Преображенский собор. И сейчас мы видим, что он в лесах. Это уже как бы следующий этап реставрационных работ. И надеемся, что в результате осуществления этого внешнего ремонта Преображенский собор явит свою красоту в полной мере. Кроме Спасо-Преображенского собора, 8 скитов отреставрировано. Это Каневский, Смоленский, Предтеченский, Воскресенский, Гефсиманский, Илинский, Сергиевский и Святоостровский скиты. И построены новые Свято-Владимирский скит и скит, именуемый Патриаршей пустынью, на Байонном острове. Я считаю, что важнейшим вкладом в деле возрождения Валаамской обители стало решение проблемы энергообеспечения обители. Вот только что мы присутствовали на замечательном действии подключения отдаленных скитов к этой общей системе энергообеспечения. И я бы хотел выразить сердечную благодарность за помощь Валаамской обители генеральному директору ООО «Российские сети» Олегу Михайловичу Бударгину и всем его сотрудникам. Действительно, проект энергообеспечения Валаамской обители, осуществленный так энергично, за короткие сроки и с таким высоким качеством, с использованием самых современных технологий, не может вызывать никакого иного чувства, как восхищение. Я вспоминаю, как обсуждалась тема энергообеспечения несколько лет тому назад. Я еще тогда не имел прямого отношения к работе попечительского отдела, но в силу того, что был постоянным членом Священного Синода, обладал информацией. И вот действительно одна из самых важных тем, один из самых больных вопросов касался энергообеспечения. И то, что вот на таком высоком уровне и за такие короткие сроки этот вопрос был закрыт, конечно, еще раз хотел бы выразить благодарность всем, кто к этому был причастен. Хотел бы выразить также благодарность новым членам нашего попечительского совета Игорю Борисовичу Лукашенко, президента группы компании КЭР, Алексею Михайловичу Баранову, первому вице-президенту группы компании КЭР, а также Андрею Дмитриевичу Букову, председателю совета директоров ЗАО «Норд Интерхаус», которые согласились принять участие в программе попечительского совета. Мы действительно нуждаемся в укреплении попечительского совета и в присоединении к нам новых лиц, которые были бы готовы разделить нашу общую ответственность по восстановлению Спасо-Преображенской Валаамской обители. Теперь хотел бы сказать несколько слов о наших текущих проблемах. Вот посещая саму Валаамскую обитель, обращаешь, конечно, внимание на эти замечательные реставрированные объекты. На то, что так бережно сохраняется природа Валаама. И вы знаете, очень тяжелое впечатление производит присутствие на территории Валаама построек, которые разрушают эту гармонию. Вот я сегодня, обращаясь к монахам, сказал, что иногда замыливается глаз. Это хорошо знают домашние хозяйки. Вот замыливается глаз. Есть какой-то в квартире беспорядок, а этот беспорядок не виден. Но его хорошо видят те, кто в гости приходит. Сразу обращают внимание, а что вот здесь не что-то неправильно, вот не так надо было бы. Вот когда свежий человек посещает Валаам, то он видит вот эту дисгармонию.
Речь идет, конечно, о постройках, которые были произведены в советское время, когда здесь не было обители. И мы знаем, что стоит на повестке дня вопрос в том числе и предоставление комфортного жилья людям, которые живут в этих абсолютно неудобоприемлемых условиях на территории Валаама, с последующей, конечно, ликвидацией всех этих построек, с тем, чтобы был восстановлен первоначальный вид монастыря и чтобы ничто не вносило вот этого чувства досады в сознании, в сердце тех людей, которые посещают обитель. Валаам является не только, конечно, духовным центром, хотя духовным центром в первую очередь, но он является культурным центром. Считаю, что он является туристическим центром мирового значения. Ну, каждый из нас с вами посещает ведь какие-то страны и туристические объекты. Но можем мы себе представить на территории туристического объекта мирового значения вот такого рода сооружения, которые сейчас окружают наш монастырь? Представить себе невозможно. Поэтому это, конечно, задача государственная. И я хотел бы отметить с благодарностью те шаги, которые государство предпринимает, но и очень важная задача, которая стоит перед нашим попечительским советом. Но вот помимо того, что я считаю сейчас приоритетным, стоят и другие важные задачи. Мы должны позаботиться о, конечно, восстановлении зимней гостиницы, которая сегодня находится в аварийном состоянии и в антисанитарном состоянии, а также келейного корпуса внутреннего и внешнего каре монастыря, здания работного дома. Нужно решить эти проблемы тоже в достаточно короткие сроки, потому что все больше и больше людей желает посещать Валаам, увеличивается количество паломников, и мы должны обеспечить вот эту паломническую инфраструктуру. Люди должны размещаться на Валааме, но с учетом, конечно, всех аскетических факторов, которые всегда присутствуют в паломническом делании, все-таки в достаточно комфортных и, конечно, санитарно обеспеченных условиях. Хотел бы вам сказать о чем-то, что меня очень порадовало. Я вчера имел возможность посетить Байонный остров и порадоваться всему тому, что я там увидел. Построена патриаршая пустынь, место уединения для патриарха и не только для патриарха. Такого рода места очень имеют большое значение в жизни церкви. Для того, чтобы освободиться от груза эмоционального, психологического, современному человеку нужно побыть всегда в уединении. К сожалению, это люди не всегда сознают. Осуществляя свои профессиональные обязанности, каждый из нас тратит очень много энергии, интеллектуальной, эмоциональной, физической энергии. И вот проблема пополнения этой энергии, восполнения энергии в жизни современного человека – это очень важная проблема. И многие ее решают неверно, считая, что вот если есть отпуск, то его нужно провести непременно как можно более весело. Уж чего-чего, веселье в нашей жизни сейчас больше, чем нужно. Если посмотреть на процент различного рода увеселительных программ на телевидении, то возникают какие-то серьезные философские и мировоззренческие вопросы. А что это означает, когда так много веселья? Что с человеком происходит, с его духовным миром, если ему все время требуется вот эта эмоциональная накачка в виде веселья? Но ведь веселье не восполняет энергии. И вот отдых, которым человек нуждается, без которого он не может жить, в том числе, с моей точки зрения, должен сопровождаться и пребыванием в тех условиях, где можно было бы восполнить эту энергию. Вот таким местом является Валаам. А вчера я это очень отчетливо почувствовал, и уединенные скиты –
где еще меньше активности, чем в центральном монастыре, вот в этом месте, в котором мы находимся. Баюнный остров – это место особенно благодатное. Вот по чисто таким своим субъективным внутренним переживаниям, которые я вчера испытал, это можно сравнить с посещением Анзорского острова на Соловецком архипелаге. Тоже особое место, где чувствуешь присутствие Божьей благодати. Вот такие места мы должны тщательно оберегать и использовать их для духовной пользы. В том числе и для уединения тех из братьев, может быть, из паломников, которые особенно нуждаются в таком уединении. Хотел бы сердечно поблагодарить, еще раз сегодня это скажу, тех людей, которые своими материальными вкладами сделали возможным строительство вот этой пустыни в наикратчайшие сроки. Я 2 года тому назад посетил этот остров, он как-то просто покорил меня своей аскетической красотой, уединением, спокойствием. И видно было, что в старое время здесь присутствовала монашеская жизнь. И тогда вот было принято решение о строительстве пустыни. И были сделаны какие-то предложения, в том числе и с моей стороны. Какие-то планы мы вместе сформировали с владыкой-наместником, со скитоначальником, отцом Ильей. Но мне казалось, что реализация этих планов возьмет много времени. Но то, что я вот увидел вчера, это действительно меня очень приятно удивило. Но в наикратчайшие сроки построен прекрасный скит. Хотел бы еще раз выразить благодарность вам, владыка, отцу Ильи, который здесь присутствует, и благодетелям, которые также здесь присутствуют, за то доброе дело, которое совершено.